этом резорте, друзья, два, ну, не ресторана, две такие столовки большие, рестораны отдельные. Вот, мы сейчас пройдем вдоль прилавков и посмотрим, что граждане могут покушать. Сейчас у нас такой ланч-тайм. Да. Это сырок присыпать, это всякие подливы. Так. Это на таких чипсах. Еда. Креветочки, сосисочки. Идем дальше. Это мексиканская еда. Видите, там бобы, да, тертые, мясо. Смотри-ка, а здесь ничего нет. Но должно быть написано гамбургеры. Вот, вот такие. Сосисочки. Еще мало народу, а уже кое-что пользуется большей популярностью. Вот они гамбургеры делают. Видите, это оно готовят. Картошечка жареная. Иголка, капустка цветная, отварная. Да. Чипсы. Мясо, говядина, курочка, свининка. Так. Это мазюки всякие, рыбка. Это октопус. Да. Так, идем дальше. Так, тут берут тарелочку. Естественно. И вот, смотрите, тут помидорчики, редисочка, грибочки. Ну, вы как бы глазом видите. Это мексиканское хозяйство. Это уже вкусно. Там ветчина кубиками, сыр. Да, тут масса всяких подливок. Да. Это, между прочим, картошечка. Так вот, выглядит как картошечка. И есть тоже оно картошечка. Да. Колбаски, сырочки. Ну, давайте я с этой стороны тоже пройду, чтобы так было более наглядно. Оливки что-то мелкие какие-то. Оливки мелкие. А так все хорошо. Так. Тут у нас фруктовое хозяйство. Так. Переходит, страшное дело, переходит в торты. Пирожное движение. Ой-ой-ой-ой. Я снова иду с другой стороны того же ряда. Сейчас кончатся фрукты и начнутся пирожные. Вот они. Мило, мило, что скажешь. Очень мило. А тут кусочки пиццы. Видите, пиццы разные. Макарончики. Макарончики разные, с ним вот тут присыпка, чего хочешь набирай, присыпай. Мороженое. Четыре сорта, стаканчики, в смысле вафельные такие. И дальше там у нас что? Дальше. Ага, значит, они делают такие бутерброды, а граждане показывают, чего им на них положить. Этого давай, этого давай, этого давай. И женщину накладывают. Пивко в разлив со штуцера, пожалуйста. Вина тут обычно есть. Белое, красное. Так, я да, написано красное, белое и еще раз красное. Вот тут написано хорошо. Ну, естественно, там напитки. Обычный такой, я бы сказал, американский набор, хотя с мексиканским колоритом. И вот еще, друзья, супчик. Вот так, если открыть крышечку, это супчик рыбный. Пахнет, пахнет невероятно. Это к нему такие сухарики покрошить.